Слава Богу, сегодня служение, суббота, шаббат, сегодня церковь, дом отца. Шаббат проводят здесь, возле метро Белорусская, Ленинградская, проспект, да, дом 7, строение 1. Вот здесь служение, в гостях я сегодня. И вот перед началом собрания была молитва, репетиция, славили Господа. Слава Богу, так что сейчас начнется служение само, собственно. А что вы там делали? Объявление сделали здесь, посвященное этому служению сегодняшнему, с моим участием. Да. 27 июля. Зал, это большой зал называется, это место, и после служения здесь проходит еще общение, чаепитие, агапы такие. Слава Богу. Так что вот сейчас буквально с минуты на минуту начнется служение. Слава Богу. Я говорю, что я не знаю.
Клятва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я мыт от огня. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я мыт. Записано на небеса. Я верю в Господу же, Господу твою, жизнь вечную, что имя мое записано на небеса. Я верю в Господу же, Господу твою. Ты прости меня, Господь.
Иисус, я молю
сердце, смертям всем назло. Я тобою воскресну, Иисус. Я дождусь, дотянусь, допечусь до небесного трона. О, Иисус! Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя,
десницы и правды моей. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, ибо Он покоит меня на злачных пажитях, и водам тихим водит меня. Одна вера, одна, один Господь, одна крещение. Слава Богу за детей, да? Аминь. Такие классные. Много знают. Уже маленькие, но много знают. Дети, а давайте мы по нашей замечательной возможности помолимся за родителей, за наших взрослых. Кто хочет? Давайте. Господи, спасибо, что ты мне дал моих родителей, то, что у меня все хорошо, то, что они же, чтобы они жили долго, чтобы у них всю жизнь было хорошо, моего отца, сын, столько, очень наш, сущий на небесах, возвестится имя Твое, да придет царствие Твое, будет Твое, Твое, на земле, как на небе, хлеб терпел сущий, дай нам на сей день, прости нам долги наши, мы прощаем должникам нашим, дай нам впасть в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство, сила и слава, во веки, аминь. Господи, благодарю Тебя за сегодняшний день, за родителей, которые Ты нам даешь. Благослови их, чтобы они жили долго, чтобы у них все было хорошо, и чтобы они счастливо жили. Господь, благодарю Тебя за моих родителей. И благослови меня, чтобы я слушался. Благослови, чтобы мы слушались родителей, благослови наших родителей, чтобы они до конца своих дней верили в Тебя во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Круто! Слава Богу, да, когда дети молятся за нас. Аминь. Ну, а теперь давайте мы помолимся за них. Давайте прострем свои руки, будем благословлять их. Аминь. Давайте всех-всех-всех соберем. Пойдемте к нам. Да, с детьми. Дорогой Господь, мы благословляем детей. Боже, иди их направляй. Боже, благослови их жизни, Господь, чтобы они, Господь, проявляли Тебя, Господь, и Твой свет, Господь, внутри их проявлялся во имя Иисуса Христа. Защити их. Пусть Твоя благословенная рука будет на ними во имя Иисуса Христа. Мы благословляем также сейчас, когда они пойдут на воскресную школу, благослови учителей, которые будут вдохновлять их учить во имя Иисуса Христа. Да будет Тебе слава во веки веков. Аминь. И слава Богу. Слава Богу, аллилуйя. Рад видеть вас всех здесь здоровыми, радостными, да, благополучными, с деньгами полные карманы, также в банках, также на карточках на ваших. Я сегодня хочу благословить, чтобы ваши карточки пополнялись, ваши родственники не имели долгов, чтобы ваши дома имели процветающую обстановку для принятия других людей странствующих. Важно для нас, христиан. И мы свидетели Христова. Дух Святой здесь, Он сошел для того, чтобы мы были свидетелями. Мы письмо Христово, понимаете, это очень важно. И друг для друга мы великая поддержка, потому что в каждом из нас живет Дух Святой. И если мы, приняв Иисуса Христа, живем так, как Он хочет, вы знаете, это великое богатство радушия. Живем ли мы так, как Он хочет? Один только. Ну, слава Богу, что я тоже, кстати, так хочу жить. Два. А третий есть? Есть. Три, четыре, пять. Так, значит, понятно, что слух у вас что-то притупился немножко, извините за выражение. Но надо все-таки сейчас помолиться. Закройте глаза, сидите, сядьте. Закройте глаза. Отец Небесный, я благодарен Тебе за милость. И прямо сейчас беру власть имя Иисуса Христа. И связываю всякое влияние демонических сил и козней дьявольских. Именем Иисуса, дьявол, ты не имеешь права на христиан. И поэтому
прямо сейчас Бог Духом Святым открывает уши внутреннего человека, глаза внутреннего человека, и приходит мудрость пророческого Слова Божия для каждого сердца. И сегодня, Господь, помоги каждому из них, приняв решение, полностью довериться Тебе всем сердцем, всем разумением, всей своей крепостью, дабы прославить Твое великое имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя! Слава Господу! Прославьте Его! Мы свидетели, и по программе у нас есть свидетельство. Марина, прошу. Свидетельство. Коротко и ясно. Давай, иди сюда, иди, не стесняйся, красавица. Ты что? Я благодарю вас за молитву. Благодарю Бога и за вас. Спасибо большое, что вы были всегда со мною в молитве. Ну, как вы уже слышали, что без конца просится меня молиться, я попадаю в больницу, опять ухожу здоровой, опять попадаю в больницу. Но это пути Божьи, сразу могу сказать. Потому что я сама удивляюсь, я оттуда привозят меня на скорую, очень тяжелое состояние, попадаю туда, куда надо, выходим в другую сторону, ну, Господь именно туда, куда Он посылает, потому что я Его попросила. И еще, будьте внимательны, чего вы обещаете Богу. Потому что это обязательно будет исполняться. Если обещаете там вот, ну, что-то вот служить, и как служить, и где, вот, оно исполнится. Я уже теперь не хочу в больницу. Но я ему говорила, что куда-то пошлю в больницу, я там буду свидетельствовать. Оно так и есть. Я вот сейчас вот из того всего раз, ну, сейчас я просила, что больше я не хочу в больницу. Все, простите. И еще хотела вам сказать, никогда не просите и быстрее, вот это самое главное, и быстрее, чтобы молились за инвалидность. Господь, он не обманщик, он справедливый. Если вы будете молиться, я не молилась никак за такие вещи, вот, если вы будете молиться за, чтобы вам Господь дал инвалидность, вы будете болеть. Хотите вы этого или нет, но инвалидность просто так никто не получит. Все. Да, и у Бога нет инвалидности, но так, как вы хотите, вот будьте внимательны, потому что исцеление идет. Все. Давайте за нее помолимся. Господь исцелил, исцеляет, будет исцелять. Аминь. Как меня исцелил от рака крови, так же и ее исцелил, так же. Здесь мальчик Азиз, сейчас он тоже выйдет, и его от головного, рака головного мозга исцелил Господь. И сейчас, мы с Мариной очень много лет служили в домах Христа, очень. Постригали ногти, сделали прически пожилым, очень много покаявшихся людей, много исцеленных людей, поэтому вся слава Ему. Хочу сказать вам, я сейчас теперь стала собирать из больницы все выписки, все эти штуки. Все то, что дают, и им прошу, чтобы они мне дубликат давали, для того, чтобы потом засвидетельствовать и показать, что я полностью исцелена, без всяких операций, без всяких этих лекарств. Но вначале я их так.